Прием, прием, здорово всем, с вами HeelHeorts. И это у нас, короче, это снова Dark Souls 2, Ascended Mod, Solar of the First Sin. В общем-то, решил поделать кое-какие вещи, которые я забыл сделать в прошлом видосе. Ну и давайте, пока у нас грузится, я вам что покажу. Смотрите, какую хрень нашел захват экрана. Просто гляньте, гляньте, какая красота. Уйди, вах, просто впечатляет. Это, короче, обои с Elden Ring'ом в Wallpaper Engine. Вот, иди сюда, поехали дальше. Погнали. Так, дядя, не колдовай. Колдовать это плохо. Я делал ошибки. Как все мы в жизни, в общем-то. Да, и мы, наверное, будем заниматься тем, что будем пробовать смотреть новую магию. Потому что действительно, ну, как бы было бы неплохо это поделать, согласитесь. Блин, чаржи завалят. Дядь, не стреляй. Пощади. Так, сюда. Этот почему-то решил меня пощадить. Хотя, надеюсь, просто забили. Так, и глядите, в чем проблема-то. Здесь нужно было не прыгать, а использовать тень. Потому что мне сказали, что здесь кто-то, возможно, в уголку сидит. Но врать не буду, я пока никого не вижу. Ни хрена, точняк, от души прям просто мое предпочтение. Small smooth speaky stone. Так, ну, не то чтобы это прям супер. Хорошо. Так, еще мне сказали взять меч Дранглика, по-моему. Типа сказали, какой... Ни хрена себе мечей. Сказали, какой хочешь, бери. Но говорят, как пример, меч Дранглика. Сейчас бы найти его, конечно, вот он. Весит он, конечно, как самолет, но ничего. И вторая атака сказали. Так, подождите, это не тот меч. Значит, не эта атака. Значит, двуручная атака. Мне сказали, есть какое-то огромное ядовитое облако, которое наносит тонну урона. Быть может, я что-то не то использовал? Ну, ради интереса, пойдемте глянем, сколько это урона наносит. Будем тестировать все-таки разное. Ну, блин, а на самом деле весьма эффективно. Может быть, еще какой-то меч? А я не помню, что это делает. Я помню, что какое-то оружие делало этот эффект. Но какое? Может, бастард? Вау. Ну, профитненько, профитненько. Врать не будем. Не, ну это отстой. По-моему, просто длинный меч хилит. Нет, подождите, что-то же лечило. Давайте, наверное, за кадром поищу и скоро вернусь. К своему счастью, я нашел эту пуху, которая давала этот безумный туман. Я, кстати, не помню, какая до этого была, но сейчас нашел. Вот она, глядите. Берем двуручный хват, один раз ПКМ. Нет, двуручный. И вот происходит туман. Я, наверное, проточу пуху сразу. Так, но нам нужно улучшить. Я не помню, какой-то меч точно лечил, но какой, я не помню. Обычным титанитом улучшается. Не так уж много, к сожалению, она грейдится. Но ничего страшного. Так, да, простите, стул все еще скрипит. Протертое есть седло. Тут друг мне предложил одну... Простите, простите. Так. Здесь я хотел купить, давайте... Я думаю, эту хрень, но купим, просто посмотреть. Это тоже купим. Даже брать не буду, потому что не помню, что это дает. Мне сказали поговорить с этим мужиком. Какой-то ковенант есть. Типа, что это даст? У него новый эффект какой-то. Давай, давай. Ты будешь соглашаться? Ну давай. Yes. Of course I agree, bro. Так, и что мне теперь это дает? А, так, что-то, блин. Learn Jester. Он мне что-то дал уже. Я что-то быстро проскипал. Прикольно то, что ковенанты автоматом апаются. Блю-блю сил было. Вроде бы ничего интересного. Вроде бы новых колец я не вижу. Обидно. Так, 59 пока что. Ладно. Да, прикольно, чтобы быть кастером, нужно на кастера одеваться.
Это, конечно, забавно. Да что ж такое, в секиру переиграл. Это, конечно, эффективное заклинание, но, блин. Это я пока не могу эффективно использовать. Это я могу. Теперь это я. Давайте проверим это. Вот это. И давайте, наверное, просто ради интереса пермантию поставим. Хотя бы одно заклинание. Эти мы вроде почти все пробовали. Или не пробовали. Так, нам, по идее, нужны подопытные. Хотя, да, нам нужны. Тогда поехали, где мне нравилось тестировать. Мне, в принципе, нравилось тестировать вот в башне Хейда. Хорошая локация, приятная. Ну и надо будет пиромантии понаскупать везде. Да, и к Филкину еще подойти, он сет должен дать. А сет тут не простой, сет с бонусами. Звучит как план. Так, какой-то эффект. Вообще никакого. О, просто нокдаунить. А где какой-нибудь дополнительный эффект, ребята? Ну, это, конечно, прикольно, но не прикольно. Так. Где наша перчатка пермантии? Можно эту не агрить. А где какой-нибудь профит с этого? Просто вот дефолтный посох даже какой-то бонус там дает дополнительный проджектайл. Что в целом приятно. Чё по урону-то вообще? Хе-е-е. Вот это, конечно, хороший урон делает. Единственное, я ничего не вижу. Да хотя смешной урон, по-моему. Хотя можно стакать. Говной воняешь. Ладно. Поехали в гости к Фелкин. Давно с ним не виделись. С братишкой нашим. Пока что пермантия сосед. Так. Убираем это. Остальное сет нам нравится. И пойдемте в рощу охотников. Хотя, по-моему, 4 вещи я еще не выкупил. Так, Хексер, что-то там? Хексер, Шмексер. А чё по пухе? Может быть, пуха будет лучше? 179, но это вроде бы... Странно, вроде бы для тьмы посох. Но как-то не слишком-то профитно. Так, ладно. Каст спит на 20%, а мне дает? У меня получше. Здесь увеличивает количество. То же самое примерно. Чё по характеристикам? Но здесь лучше то, что точёное. Dark Defense? Ну, пофигу, в принципе, на Defense. И Spell Uses плюс 30%, минус 15% хп. Интересно, чисто на кастера, действительно. Давайте опять тревельнемся. Да, хороший план. На первый костер. Сейчас сравним эффективность. Я, в принципе, подумал, можно было бы при помощи пухи хилиться на грешнице, но не факт, что успеешь. Вот эти вот заклинания, пипец, должны быть эффективными. Хотя бы сколько-то их взять. И давайте посравниваем. Я думаю, есть смысл с дефолтом сравнивать. Так, сколько урона? 200-400? Блин, псина. Намного больше. Так, а, например, вот этот спел сколько? 1000 где-то. С этого. Не, этот профитнее намного. Я так и хотел. В общем-то, не думайте. Ну, в принципе, новый посох выглядит круче. Почему бы не использовать его? Благодарный кому-то за подписку. Ну, короче, тогда полетел в Маджул точить эту пуху. Сейчас что-нибудь подумаем, будем дальше двигаться. Я все-таки немножко сдался и решил поспать, знаете ли. Поспать никогда не ошибка. Так вот, мы с вами закончили на том, что тестировали всякие заклинания. Проточил я посох.
И сейчас мы отправимся. Я, честно говоря, даже не знаю, в какую сторону мы отправимся. Можно в рощу охотника пойти, но там, блин, тоже душные боссы. Можно еще пару раз на грешницу сходить, но я не хочу. Ибо она душная. Как вариант, мы можем все наши души юзнуть. Это нас, возможно, немножко улучшит. И хотя, что тут улучшит? Если бы я не просрал те 800 миллионов душ, мне предлагали в храм зимы сходить, но не, камон. Я не готов. Да не, это лишено всяческого смысла, мы слишком мало получим. Я осколок нашел, нифига себе. Не, ну если да, то да. Надо еще, наверное, к кошке сходить. Либо вообще в помойку сходить. Ну, в помойку. Там. Не. Да ну нафиг. Не хотим мы в помойку. Так, что нам надо бахать? Ну, 45, наверное, вот эти два показателя. Хотя бы 30-ку это, и там уже будем разбираться. Но ХП, наверное, буду бахать. Потому что без ХП, знаете ли, очень грустно и печально. Так, что у нас по пухам? Меч Хейда, который кастует АУЕху, он, в принципе, пока не нужен. По колечкам больше ничего интересного я не вижу. Разберемся. Да, я еще вот сюда научился запрыгивать. Это довольно глупо выглядит. Ай, прям попал в пику точеную. Вот. Можно прыгать и получать много урона. Зачем это нужно, непонятно. Но, anyway, такой способ получения урона есть. Просто в огненную цитадель я не хочу идти. Грешница мне жопа надрала. В помойку идти. Там, блин, вообще задница темно. Чё-то лагать начало все. И в итоге я на самом деле не знаю, куда, в общем-то, идти. Не помню, были мы тут или нет. Не помню. Были. Ну ладно. Как скажешь, игра. Слушайте, я никогда не знал, что будет, если запрыгнуть ему на печку. Она не рабочая. Ну ладно. Ладно. Получается, там мы не хотим быть. Тут мы не хотим быть. И куда идти? Хрен его, в общем-то, и знает. Либо идти грешницу пытаться душить. Но опять же, как ее пережить? По кольцам у нее вроде бы нового ничего нету. По всяким штукам тоже нет. Ну да, автоматически третий уровень квинанта берется. Давайте тогда сходим, наверное, на Гаргулий. Посмотрим, как этого босса изменили. Люблю Гаргулий, к сожалению. Ну и на них можно взять тогда хороших заклинаний, которые дамажат як не в себя. Так, travel сюда, по-моему, вот все. Постоянно забываю, где это место находится. Увы и ах. Но что есть, то есть. Я, кстати, почти научился на кресле сидеть, чтобы оно не дергалось. А это, знаете ли, дорогого стоит. Микрофон опять криво стоит. Ну, надо двинуть чуть-чуть его. Вот так вроде будет лучше. Не уверен, не уверен. Я уже, знаете ли, в последнее время ни в чем не уверен. Слушайте, а баф на ХП, это же не глупость была. То есть каждый раз мне придется делать вот так. Потом его могу убрать. И он останется. Неприятный звук где-то слышно, но ладно. Поехали. Блин, Нестус вообще не хилит. Тупо зеро хилинг. Не, ну нормальный урон, чё. Если бы еще кого-то было видно, было бы, конечно, забавно. Бастер проджектайлом я тут вообще ничего не делаю. Сами понимаете, они просто в воздух уйдут и все. Причем колдовать можно вообще в любое место. Забавно. И в принципе пуха даже почти не ломается. Если я буду просто его бить, сколько будет урона, интересно. Эх, сейчас бы. Урон протестировать. Если я его еще пухой приголублю, будет ли это хорошо? Не уверен. Не, ну прочности в теории должно хватить. Ну вот хотя бы разок. Не, маленький урон. Не, забавно можно в любое место бить, в любую сторону. И не вы это профитно. Блин, вот это отстой. Скорее всего, получу урон, так что надо бы свалить за лестницу. Ладно, повезло, кое-как выжили, превозмогли. Может, его даркорбами забахаем? Тоже, в принципе, неплохой урон. Не хороший, но и неплохой, знаете ли. Не должен был достать, он и не достал. О, даже застагерили его. Не, слушайте, тьма реально дамажит очень много. Прям очень много.
Два раза кастануть бы, было бы супер. Надеюсь, лестница меня спасет. Не, нифига. Лестница, ты шо? Мы же нормально с тобой общались. У него, походу, 12 кесов хп. Не меньше. О, застрял дурачок в бочках. Ну, там тебе и придется остаться, братишка. Так, 36 кусков, здорово. Мерцающий титанитум. Большая дубинка. Ну, давай посмотрим, что большая дубинка мне может. Так. Я что, в одной руке могу брать? Нифига я сильный. Не понял, подожди. У нее разные штуки. Одно делает. И теперь второе. Очень необычный эффект. Я не понимаю. Тоже, кстати, клевенько. Так, куда тут что надо сувать? Ох уж этот форос. Любитель всяких отверстий. Хлебом не корми, дай что-нибудь куда-нибудь засунуть. Никогда его не понимал. Надо еще, наверное, к Миленте сходить, брайтбаги купить. Хотя нафиг они нужны, если они ничего не дают. Грустно и печально от этого всего. Я думал, я не получу урон. Бить надо. Парируется? Не, не парируется, она блокирует только. А, так это даже за атаку не считается. Было бы забавно, если бы я этого сейчас задушил нечаянно. Андет, андет! Клевый парень. Озвучка у него отбитая. Да-да, For the Prince. Сюда. Давай сразу третий уровень Ковенанта, братан. Монетку? Нет, титанит, потом монетку, по-моему. И потом сет. А, не, заклинание, нифига. Ну, сет же должен дать. Да, сет маленького парня. И мы можем его примерить. 2 хп каждую секунду. Декс плюс 5. Перчатки не найду. Item Discovery на сотку. Ну, приятные бонусы. Вполне себе в духе этих ребят. Забавно. Было бы круто, если бы здесь, на мой скромный взгляд, тоже прилетал преследователь. Не знаю, как вам, а мне кажется, было бы забавно. Ну, опять кольцо с синими слезными камнями. О, нифига. А вы тут что забыли? Маленькие петушки. Вы же должны быть темными. Оу, щит, короче, вся армия на меня идет. Эй, пацаны, хорош. Так, щит этих защитников колокольни. Колоколасты сутулые. Какие-то спайсы дали, осуждаю спайсы. Ой, да он и так нормально дамажит. От тьмы у них, по-моему, вообще нет сопротивления. Есть у меня небольшие предположения. Блин, на самый верх идти, там же мне жопу надерут. Ну ладно. За этим мы здесь. Оу, щит, мэн. Мужики, они дохренали вас. Ё-моё. Триндец. Что творится? Пощадите. Пацаняги. Все что ли? И кто из вас тут самый большой парень? Непонятно. Луки, щиты, что творится? Человеческие фигурки. Radiant Life Gem, хорошо. Хорошо. Может быть, мы здесь что-то сможем найти, что нас на боссе позволит этой грешнице полегче пройти ее. О, дурачок остался. Офигеть, посох бахает тьмой. Тупо убийца. Я не любитель гаргулей, но деваться особо некуда. К сожалению. Я думаю, завалим, попробуем. Если, конечно, их не переделали. А что выглядит, что не особо. А что с локом цели?
Говна поел? Трындец они быстрые. Ну хпшки у них как будто овер дофига. Ну чё, дурень, возьми в две руки. Сука, возьми в две руки, говно управление. Не еще видите, что делают? Они, короче, камень накладывают, это просто отстой. Вообще нельзя случайный урон получать. Их никогда не убью. Есть у меня такие мысли. Далеко не самый приятный босс. Причем у меня есть заклинание на скорость каста, у меня одежда на скорость каста, у меня очень много всего на скорость каста, но мне нихера не увеличивает почему-то как бы скорость каста, я не знаю, что за дичь. Кастуй, блин, ну что за говно тут с управлением? Какая курва мне его сломала? Говно горгулья, блин. Еще, наверное, придется раз кастовать. Да что за говно, почему он не летит, дядя, ну ты шо? Мы же нормально с тобой общались. Неужели придется тьмой кастовать? Да. Я не думал, что у них столько хп будет, честно. Еще одна пролетела, твою мать. Пробежит, не внезапно в жопу кинет снаряд. А я не хочу. У меня скоро проджектайлы кончатся. Так, по 2к бьем. Сколько этим я буду бить ради интереса? Ну, такое. Урон есть. Anyway. Итак, кнопка. Обосрался с управлением 2 раза. Да что ж ты спасаешь своего дружка, подружка? Нет, брат, не прыгай на улицу. Еее, ну тут деградант делал мод. Я, ну как я мог забыть то, что деградант? То, что просто сверхразумный деградантище делал мод. Ну куда такой урон, сука? Ну вот, мне иногда пишут то, что... Ну вот, как бы, проходил я, по-моему, Convergence мод, и там была дубинка, которая ваншотала противников. Но дело все в том, что там вообще было невозможно как-то выжить, как-то пожить, потому что, ну, очень-очень-очень жирные были противники. Просто ужасно жирные противники были. А персонаж не мог наносить урон. Ну, я как бы ходил с ваншотующей всех дубинкой. Мне пишут то, что, блин, ну, ты зачем так делаешь? Ты что, типа лох, ты вроде что-то умеешь, почему ты это не делаешь? Ну потому что это бред, потому что это нецелесообразно. Но в Dark Souls есть как бы противники в оригинальном Dark Souls. В Dark Souls, давайте, которые наносят просто убер помрачительный дамаг. Просто обоссаться, какой урон. Но опять же, господа, это единицы. Здесь вот автор мода, возможно, я как-то не так прокачался. Возможно, у меня не супер тяжелая броня, но хотя у меня даже если не тяжелая, она проточена. Здесь, сука, каждый второй петух норовит тебя ваншотнуть. Ну, либо здесь я попал под залп магии. Огня, в смысле. И он нанес много-много тиков урона. Не знаю, я даже, в принципе, не хочу звать на помощь духа, потому что, скорее всего, босс станет сложнее, а мне тяжелее. Да, с другой стороны, давайте попробуем. Ну, или мы и так, я думаю, осилим. Какое же говно это все, нет слов. Ну, злой я. Че нельзя по-человечески делать, автор мода? Лок цели куда-то нахер ушел. О моё. Ну, восхитительно просто. Вкус говна во рту. Все как я люблю. Еще третий прилетит. И тогда точно все будет плохо. Уважаемые горгули, идите в пень, плиз. Мало эта херня. Блин, отстой. Что-то вообще не получается. И какого-то хера их 4 сагрилось. Че за дерьмо? Еще один непроходимый босс. Ну-ка, явча. Так. Мы тут с пацанами посовещались, сделали мои модификации. Пацаны, играйте. Модификация хорошая и свежая, как персики на базаре.
Даже у нас дамаг, Настя дамаг. Ай, какой автор моды красавчик. Просто говно вкусное, наверное. Я прям в тильте. Просто понимаете, мне даже интересно, какого хера мне... Проклятие настакивается так быстро. Ну что за сверхразумие? Не знаю, блин. Извините меня, мое мнение. Во всех Dark Souls'ах, почти во всех Souls-играх, можно все на скеле затащить. Здесь из-за этого... Ну мне, как бы, понимаете, мне нравится мод, потому что я люблю Dark Souls'ы, всякие Souls-лайки, которые что-то новое дают. Это как бы Dark Souls, но только немножко измененный. Я как бы горю от того, что не получается, но мне как бы это нравится, играть в это. Но хотелось бы, чтобы было лучше. Понятное дело это. Нецелесообразно. Братан, а где урон? Просто вот взять тоже, эти ребята вообще урон не наносят. Гаргульи меня просто прям, не знаю, как будто 8 когтями сразу царапают. Отбавна у ей эффект. Я, короче, петушка позову на помощь. Посмотрим, посмеемся, насколько это неэффективно. Братан, ты там не заблудишься, надеюсь? Уже души всрались. Ну хотя бы этим можно травить. Так, ну давай по одному. 3 кеса вылетело, хорошо. Можешь согреть этих ссаных гаргулей, плиз, брат? Здесь я был в анимации, я не мог мансить. А, ну и куда-то проджектайл свалил, бывает. Есть станочек, братишка, херач. Натягивай их. Как мы любим, друган, давай. Я максимальный урон наношу. Все, что в моих силах, я делаю. Отлично, брат. Давай вторую согрей, просто согрей, брат. Сука, ну что за дерьмо, ну автор мода, ну ты говно и воняешь. Прости меня, автор мода, я, во мне говорит злость. Ну куда такой урон? Это какой-то особый вид мазохизма, фетишизма? Причем забавно, я начинаю кастовать, эта сука подлетает и давай что-то делать. Как же это бесит. Просто до обоссыкания бесит. Дерьмо горгулья, блин. Еще одна прилетает. Да ну я же нажимал, я же жал кнопку. Я же нажимал, ну что за говно? Че ты отходишь, дрянь? Ну я все, я уже в анимации залочился. Просто повезло, что эти дуры застряли там. Да что ж за дерьмо? Я ничего не вижу. Уважаемые ссаные горгульи, можно пожить сегодня? Не ту кнопку нажал, но пощадила игра. А в летающих ты попадешь? Конечно же не попадешь, ты же даже кастануть дрянь сутулой не можешь. Ты можешь хоть в кого-нибудь попасть? Да какого хера огонь-то накладывает? Камень, ну что за деградантище? Ну что за сверхразумище? Искра, буря, безумие, встретились два, блин. Полоумия. Убей это дерьмо демона, блин. Я понял, почему ваншоты, потому что это окаменение. Ясно. Прилетел, короче, к этому дядьке. Купил вот несколько наводящихся душ. Хочу попробовать, насколько они хороши. Где он? А, он взрывается. Одноразовый дурашка. Сколько это урона нанесет? Ох, лол! Ох, лол! Етить!
Это лучшее заклинание ever. Ой, мама родная. А как она сама наводится? Подожди, ну это сейчас не рофл? А ты можешь за ними пойти? Нет, говно не может. Это голова горгоны медузы, ни хрена себе. Так а что, она одноразовая? Блин, прикольно. Ладно, я пока, к сожалению, не знаю, куда мы пойдем. Пиромантию тоже будем в ближайшем будущем докупать, наверное. Прикольное заклинание. Жалко, очень мало урона. И прокастов мало. Хотя давайте купим, прикольно же выглядит. Я, наверное, на самом деле потом куплю. У меня есть обычная маленькая, да? Да, я потом определенно куплю Dark Hail. Слушайте, вот это тоже вроде прикольная штука может быть. Dark Fog, надо еще вот это скупить. Я забыл, что хотел. А, потом нужно найти посох с очень большой скоростью кастования. Так, их можно дохрена скупить. Было бы, как говорится, желание. И давай вместо этого одного поставим Dark Hail. Это то, о чем я думаю, да? Это просто умопомрачитель. О, а что за говно? Только не говорите, что я этого дебила убил. Ух, повезло. Че так плохо вижу? Не, мне говорили, не играя в игры, зрение посадишь. Урон говна. Что такое дрянь? Я вам... А у я взрывы тут на мосту делаю. Не, смешной урон, смешнейший урон. Оно того, я думаю, не стоит. Dark Hail просто сосед. Что ж, в ближайшем будущем мы продолжим. Как-то так, премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего. А когда зрение-то вернется? Алло. Куда все делось? Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.